Юношеские паралимпийские игры должны выйти на международный уровень. Об этом говорили гости из разных стран, принявшие участие сегодня в открытии 5-х детских паралимпийских игр. В Апшеронском олимпийском спортивном комплексе собрались свыше 160 атлетов из Азербайджана и Грузии, которые будут соревноваться по 7 спортивным дисциплинам. Игры организованы Национальным паралимпийским комитетом при поддержке представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане. Во многих странах дети с ограниченными возможностями словно невидимы. По ряду разных причин они часто изолированы от общества. Благодаря паралимпийским спортивным играм дети могут продемонстрировать свою значимость. И нашей задачей является создать этим детям условия, в которых они могли бы показать, что они могут делать лучше других, вместо того, чтобы фокусироваться на некоторых своих физических недостатках. Я впервые посещаю это мероприятие. Когда я узнал, что они проводятся уже в 5-й раз, очень обрадовался. Я надеюсь, что в будущем такие соревнования будут проходить на международном уровне. Мы проводим в этом отношении переговоры с нашими местными и зарубежными партнерами. Цель состоит в том, чтобы привлечь больше молодежи на паралимпийские игры на региональном уровне.